Детский сезон закончился, но в Каме продолжает кипеть жизнь. По территории ходит комиссия, от которой зависит будущее лагеря. А оно обещает стать грандиозным. Этот лесной массив разделяет два лагеря. Справа находится Кама, слева – Зангеркуль. Но вскоре эту территорию могут облагородить, и она объединит два учреждения в один большой оздоровительный комплекс. Сейчас за смену лагерь Кама может принять 160 детей, Зангеркуль – 130. В планах сделать так, чтобы после реконструкции объединенный лагерь смог вместить 500 детей. Но вместе с ремонтом нужно изучить тонкости организации отдыха для такого количества детей. В каждом вопросе есть специфика и нюансы. Вот надо все-таки тех, кто на этой юношестве работает, мне кажется, посоветовать. Они скажут, вот мы бы сделали еще там, или убрали один отряд, или добавили туда, для того, чтобы там какую-то эту обеспечили. О комплексном ремонте задумались после наказа президента республики, который поручил отремонтировать за 3-4 года все детские лагеря Татарстана. Каму в этом году уже ремонтировали по специальной ежегодной программе, но комплексный подход позволит прийти к более комфортному и экономически эффективному формату отдыха. Что бы мы хотели еще достроить или пристроить новое? Вот, допустим, два корпуса. Или один корпус, он большой, спортивный, крытый сооружение, бассейн. Вот это все. Потом будем смотреть уже в зависимости от подходов программы. Но надо, конечно, максимум. Это первое, но точно не последнее выездное совещание. Для начала предстоит решить много вопросов. Это выделение земель под объединение лагерей, составление технической документации и прочего. Айдар Метшин попросил ответственных не затягивать с оформлением документов. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.